Прическа и макияж участницы подготовлены визажистом, стилистом по прическам Валерией Липец. Но это те люди, которые делают наших девчонок без того красивых еще красивее. Аплодисменты! Вот сейчас прямо шутить не буду, потому что следующий обряд я на самом деле очень люблю, обожаю и всегда его провожу на любых свадьбах и корпоративах. Ведущий Сергей Ярошенко, 8-960-017-6036. Ничего смешного, это правда. Дорогие друзья, на свадьбе есть один из самых красивых и романтичных обрядов. Но мы не будем сейчас открывать все секреты, а давайте лучше насладимся запахом свечей, волнением и трепетом невесты. Участница под номером 2 Галина Шипицына. Обряд проводит Евгения Конева и агентство «Камильфо». Встречаем! Это уют, это вкусная еда. Даже маленький огонек этой свечи завораживает внимание. Хочется смотреть на огонь долго-долго. Истори на Руси на праздниках жгли свечи. Появился такой красивый обряд на свадьбе зажжение семейного очага. И сегодня наша замечательная пара Дима и Галина зажгут свой семейный очаг. Очаг любви, верности и счастья. 7 свечей, 7 успехов, 7 больших шагов к новой семейной жизни. Зажигайте свои свечи. Сейчас в ваших руках горит огонек, который вы принесли из вашего родного дома, где ваши родители, где выросли вы. Сегодня вы стали совсем взрослым и соединили свои судьбы и зажжете свой семейный очаг, где вам будет тепло и уютно, где будут ваши родные, близкие и ваши друзья. Дмитрий, сегодня ты стал главой семьи, поэтому первым должен зажечь свечу ты. Ты – сила и опора. Зажигай свечу. Дорогая Галина, ты – хранительница семейного очага. В твоих руках тепло и уют. Зажигай свою свечу. Следующая свеча – свеча благосостояния, ведь ваша семья должна ни в чем не нуждаться. И это ты, Дмитрий, зажигай следующую свечу. Сердце женщины всегда живет любовь. Поэтому следующая свеча – свеча любви. Ведь сердце женщины – любовь к мужу, к детям, к родным и близким. И следующая свеча – свеча любви. Еще одна свеча – свеча надежности. Свеча света, которую поддерживает мужчина. Мы зажигаем следующую свечу. Еще одна свеча – свеча понимания, взаимопонимания. Когда в семье понимают друг друга, в семье – лад.
зажигаю свечу понимания. И в центре самая главная свеча седьмая, свеча их семейного очага. Я попрошу затушить эти свечи, которые были символом каждого из вас, свое «я». Теперь у вас только мы, только вместе. Задуйте вашу свечу, где было нет вот одну в руках. Положите. Сейчас Дима протянет свою руку, левую руку протянет вперед, левую сюда, вперед, сюда. Галечка, ложи его надежные руки свою руку. И я вам вручаю ваш семейный очаг, который сейчас вы должны зажечь. Две свечи в руках молодожена. Это их семейный очаг, который сейчас вспыхнет ярким огнем. Подносим свечи, дорогие друзья, и сейчас они зажигают свой семейный очаг. И вот он горит, горит семейный очаг семьи Шипицыной. В доме горит семейный очаг, теплится в нем душа, там живет счастье. Правильно говорят, счастьем надо делиться, и тогда оно возвращается с удвоенной силой. Дорогие мои, будьте счастливы, любите друг друга, и пусть вас семейный очаг никогда не погаснет, согревая вас, ваших детей, ваших родных и близких. Счастья вам и огромное любви. А сейчас я хочу, чтобы вы меня поддержали и громко крикнули.